Редакция и компьютерный цех. Именно здесь рождаются выпуски «Анапского Черноморья». Создание газеты – это кропотливый труд целого коллектива. Корреспонденту нужно не только отыскать актуальную новость, но и вкусно подать материал, заинтересовать читателей и не упустить ни одной важной детали. Как говорят журналисты, печатные СМИ по-прежнему пользуются популярностью у анапчан. Когда мы берем в руки газету, когда мы ее листаем, оно где-то вот на каком-то таком генетическом уровне какое-то удовольствие приносит. Причем даже детям нашим, им интересно. Вот. И отношение к газете в обществе все-таки вот все еще сохраняется, что если это в газете, значит, этому слову можно доверять. Интересное содержание, лаконичный внешний вид. На это в первую очередь обращают внимание читателя. Новости корреспонденты Анапского Черноморья также размещают в социальных сетях на 5 площадках. Среди них Инстаграм, ВКонтакте и Яндекс.Дзен. Мы стараемся сделать акцент именно на жизни наших земляков. На тех особенностях, может быть, каких-то интересных занятиях. Ну, в общем, все, что связано с Анапой. С профессиональным праздником коллектив газеты поздравил глава города Юрий Поляков и председатель муниципального совета Леонид Кочетов. Очень отрадно то, что наше Анапское Черноморье уже 102 года работает на территории муниципалитета. И если посмотреть все издания, то они все современные на тот момент, когда они выпускались. Но помимо вас, в вашем лице, от души вас всех поздравляю. Хочу поздравить, у нас еще есть 5 газет, которые тоже выпускаются. И их всех хочу поздравить с Днем Российской Печати. Вам всем здоровья, успехов, наилучших пожеланий. Не только в новом году, а в дальнейшей работе. От имени Совета города курорта Анапа хочу пожелать вам здоровья, удачи, благополучия, ну и выразить, в общем-то, удовлетворение и надежду, что вы и дальше будете продолжать славные традиции. 102-летний историк, названия менялись, но суть и цели оставались. С праздником вас! Анапское Черноморье выходит 2 раза в неделю. Тираж – более 6000 экземпляров. Сегодня газета занимает лидирующие позиции на медиарынке нашего города. Приобрести ее можно в киосках Роспечати или же оформив подписку на почте, в редакции, а также по интернету. Ника Постенес, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.